Добро на связи. Так, что там? Я не понял насчет Шилова, что он должен переслать 500 тысяч. Значит, мы уже все прекрасно понимаем, что боя с Шиловым, скорее всего, не будет, потому что он, ну, не хочет искать деньги для того, чтобы провести бой. Почему? Потому что ему лучше эти деньги потратить, как он сказал, на увеличение его 2-сантиметрового мужского достоинства. Вот, то есть, мне кажется, это ошибка, потому что бой, мне кажется, ему гораздо важнее и больше бы принес респекта. Вот, но это его дело, не хочет, как говорится, как хочет. Вот, мы предложили. Бесплатно мне тоже смысла нет там с ним выяснять отношения на ринге. Так, ну чё, Виктория Викторовна, привет. Привет тебе. Поздоровайся. Да. Когда в Америку к сыну? Ну вот вчера, короче, там чуть-чуть еще Вике осталось анкету эту, да заполните все. Отправляем анкету, фотографию, идем на собеседование, получаем американскую визу. Все. Да. Ты курил траву? Вообще не моя тема. Наркота и сигареты, это вообще не мое, короче. Шилов собирает миллион на бой. Да пусть собирает, что. Да-да, не удивляйтесь. Да, хоть 100 миллионов пусть собирает, мне все равно. Он отказался же, Шилов. Не знаю, пока официально. Но он там говорил, в принципе, на стриме, когда я к нему заходил, то, что он платить бабки не будет. А иначе боя не будет. Мне-то смысл какой? Вытаскивать его канал из дерьма? Смысла нет. За бабки можно. Что ты заканчивал? Блин, что я заканчивал? Университет я заканчивал, природообустройство. Что я заканчивал? Шилов тебе ответил. Ну, наверное, видосик будет, я так понимаю. Но когда он будет, мы пока не знаем. Ждем. Наверное, будет. Будет перископ. Будет. Будет перископ, будет всегда. Когда в Москву? Завтра. У Шилова 2 сантиметра мозга. Как ты познакомился с Шиловым? Ну, кстати, очень интересно мы. Это интересная тема, кстати. Да, как мы. Он мне написал типа ВК, давай там типа хайпа сделаем, что-то какую-то, ну, провокацию какую-то. Я так еще не врубился, думаю, в смысле, думаю, зачем, для чего, для кого. Вот, и он потом там снял по поводу мнительных людей, ну, тем старые подписчики, они знают эту тему. Вот, потом была тема с Гири, там, я не знаю, кто помнит, да. Вот, то есть это все было с его стороны типа хайпа, хайпа, хайпа. Сейчас, мне кажется, с боем единственный у него шанс вылезти, вот, ну, остаться мужиком, ну, так, прежде всего для, наверное, своей аудитории, потому что видео-то снимает он для них. Все, чао, пока.